пиявки, смотри, в пиявках стоит на месте щука. Ну, хорошо, хоть первая, что взяла, молодец. То вообще не клевала, а тут раз и начала клевать. Вот такая щучка. Вроде побольше. Буренка. Ой, я их потеряла. А, вот она. Тихо, тихо, тихо. Опа! Всем привет! Мы на очередной рыбалке. Приехали мы половить щуку, окуня. Ну, а для того, чтобы ловить щуку или окуня, я для начала свяжу поводок с флюорокарбона. Флюорокарбон, я обычно щуку ловлю на флюорокарбон 0,45. Он такой вот. И также нам понадобится застежка американка вот такая и вертлюжок. И сейчас быстро на рыбалке я свяжу поводок для щуки с флюорокарбона. Итак, берем флюорокарбон, продеваем вертлюжок и делаем вот такой узел. Вот так, один раз. Вот так. Вертлюжок висит. Теперь отклоняем вот этот флюорокарбон вот так сюда и продеваем в эту петельку. Получается у нас петля восьмерка. Затягиваем. Это узел для толстого флюорокарбона. А теперь тянем и будет щелчок. Все, до щелчка. Эта сторона привязана. Все быстро делается. И откусываем. Теперь где-то берем сантиметров 20-25. Откусили. Теперь берем за застежку американку. И так же самое делаем, как и с вертлюжком. Продели. Сделали узел. Вот так. Теперь отклоняем и вот в эту петельку засовываем. Получается петля восьмерка у нас. Затягиваем и теперь тянем до щелчка. Все. Поводок на щуку у нас готов. На рыбалке вяжется быстро и надежно. В домашних условиях я еще вот этот флюорокарбон провожу над носиком чайника, над паром. Кипящий чайник и над паром, чтобы поводок был ровный, вот так не крутился. Ну, в принципе, если вы ловите на блесна, он все равно выпрямится. Ну, а так еще, чтобы он был ровный, то над паром его провести, да и все. Но это когда в домашних условиях мы вяжем поводки. Вот и все. Здорово, Ира. Фрикцион. Эй, пацан. Ира сейчас. Ира, фрикцион. Ой, боже, это ж надо. Сереж, ну давай, давай, вот он. Есть! Ну какая щука моя!